Ну-ка, попозируй. Доброе утро. Покажи свою мышку. Мы пришли на примерку с мышкой. Вот она. Сейчас мы тут, ну, попозируй чуть-чуть. Моя куколка маленькая. Хочу пошить своей собаке. Вот купила. Слюнявчик такой красивый попался нам в секонд-хенде. Мы любим покупать в секонд-хенде вещи и переделывать на собачку, да, детские? Любим. Мы научились на нашем внуке. Внук наш уже подрос. Теперь мы покупаем в секонд-хенде. Я купила вот такой слюнячик. Уже сделала разметочку. А это я брала лоскут на вес. Тоже. Тоже в секонд-хенде. Там именно в текстильном отделе могут быть отрезы, куски от разных кроев. И вот я купила, хочу сейчас... Это будет наверх. Тепленькая такая сейчас весна, уже очень теплые вещи, жарко, но лучше спрятаться. Поэтому я решила придумать, как можно сделать. Вот мне очень понравился этот кусочек. И уже придумала, нужно еще мне найти, только хочу еще здесь валан. Мы же девочка, и мы любим валанчики, рюшики и бантики. Мы с утра ухаживали за глазками, еще не расчесывались, поэтому слегка такие... С чистыми глазками, да? Да, мы лечим глазки, лечим, и зубки лечим. Мы все периодически лечим, чтобы все было в порядке у нас. Да, моя красавица? Все, сейчас я тебя возьму на ручки, моя хорошая. Все, покажу, что будет дальше. Я вырезала нижнюю часть для животика. Буду уже по ходу подгонять. Сейчас я, когда соединю, покажу. Я уже присоединила и примерила. Наш будущий наряд. Горлышко я не обрабатываю, обсыпаться оно не будет, но оно имеет возможность играть, тянуться. Там, где лапки, я обработала трикотажным швом. И на животике обработала трикотажным швом. Получилось слегка плотновато, но в принципе при утюжке я могу слегка растянуть. Сейчас я все это проутюжу и хочу вот эту часть по спинке оформить рюшем. Платьишко наше закончено. Я думала, пришью кружево, и на глаза попался мой кулечек с тканями. И как раз очень хорошо сюда лег вот полосочка с горошком. Я заложила складочки, пристрочила ее сначала изнутри. Ой, еще одну ниточку не отрезала. И потом еще одним трикотажным швом зигзаг, который такой прерывистый зигзаг, в общем-то. Трикотажный шов тоже называется. Пришила. Сейчас будет примерка, сейчас все покажем. Вот умница. Стой, стой, стой. Лакуся, покажись. Ну, придется нам сейчас идти на улицу. Да, да. И пофотографироваться красиво на улице. На улицу придется идти. Постой, малышка, давай покажем. Не бойся, я рядом. Немного задралось, потому что я держу ее неудобно. Хотела показать, сейчас покажу животик. Не удается нам животик показать, она боится высоты. Я рядом. Ну покажись, малыш. У нас даже нет такого места, чтобы было удобно тебя показать. Стой, сейчас возьму. Ну да, мы воображаем, как истинная барышня. Мы любим воображать. Давай покажемся. Ну покажись, пожалуйста. Лакусечка. Посмотри на маму. Лаки. Ты моя красавица. Вот такое платьишко у нас получилось. Нарядное, да? Нужно теперь найти чуть большего размера нам слюнявчик. Нарядный, красивый. И сделать побольше размер. Ну, вот так, в общем-то, очень будет нарядно и весело. Поносим. Пару раз постираем и выбросим. С Рюшем платьишко у нас, по-моему, первое. У нас с вышивкой есть, да? Комбинезон. Все, пока всем.
Лакуся, куда пойдем? Ты решила, куда пойдем? Ничего не видно мне. Куда Лакуся пойдет? Домой уже пойдет, все? Ты нагулялась? Идем домой. Эх, не успела я. Покуда настроила. Ну что? Все, ты уже поздоровалась? Хочешь уходить? Женишок наш. Лаки не пойдет в грязь. Лакусь, я тебя не вижу. Все, домой.